Рассказали, что глубокой древности, древнему философу, очень известному на Востоке, Джуан Цзы, однажды задали вопрос, почему не падает небо. И он начал рассказывать, пустился в долгие какие-то объяснения, зашел в разговоре в своем о любви, о вечной. В общем, вопрошающий ничего не понял. А может быть, что-то понял. Нам об этом неизвестно. Итак, почему не падает небо? Он слышал имя ее, он ждал повторения. Он бросил в огонь все, чего было, не жаль. Он смотрел на следы ее, жаждал воды ее, шел далеко. В свете звезды ее, в пальцах его, снег превращался в сталь. И он встал у реки, чтобы напиться молчания, смыть с себя все и снова остаться живым. Чтобы в сумрак войти, ее голос найти, ее странником стать, в долгом пути ее, в пальцах его вода превращалась в сталь. И когда его день кончился молча и странно, и кони его впервые остались легки, то кольца ключей ее, пламя свечей ее, нежный, как ночь, мрамор плечей ее, молча легли в камень его руки.